Милевский уходит из «Динамо Брест». «Динамо Брест» после появления Марадоны решила расстаться с Артемом Милевским. Брестское «Динамо» в ближайшее время расстанется с украинским нападающим Артемом Милевским и капитаном команды Алексеем Гавриловичем. Эту информацию уже подтвердили в клубе. Действительно, ФК «Динамо Брест» расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Причины, по которым «Динамо Брест» расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы, отметила пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хиженкова в комментарии пресс-болбай. В нынешнем сезоне Милевский имеет второй результат в команде по системе «Голпас», на его счету 10.37 баллов в 14 матчах. Накануне в «Динамо Брест» появился Диего Марадона, с которым Милевский дружно пообнимался. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.